Сильные дожди вызвали новые бедствия на индонезийском острове Ява. От наводнений и оползней 14 февраля пострадал район Гитос Регенстванганджук, провинция Восточная Ява. По меньшей мере 2 человека погибли, 17 получили травмы и еще 16 человек пропали без вести. Повреждены 8 домов, сообщает Floodlist. Агентство по борьбе со стихийными бедствиями БЭП сообщает, что поисково-спасательные операции в этом районе продолжаются, хотя тяжелая техника не смогла добраться до пострадавшего места из-за особенностей этой местности. Регенство Пасуруан 14 февраля столкнулось с наводнениями, поскольку проливной дождь вызвал разлив реки Кедунгларанган в районе Бангли и реки Риджазо в районах Винанган и Грати. Пострадали около 294 домов, 357 человек были перемещены. В результате наводнений и оползней с 4 по 11 февраля 4 человека погибли, 1 пропал без вести и более 60 тысяч человек были перемещены по всему острову Ява.